Начинаем работу очередного нашего штаба. Сегодня у нас с вами 12 сентября. О том, что на дворе, по сути, середина первого месяца осени, специалисты Архограда вспомнили не зря. Да, формально школу в жилом районе Арбан подрядчики должны возвести к 1 сентября 2025-го. Но и строители, и власти города не раз обещали – закончим к концу 2024-го. И действительно, заканчивают. Вот только наряду с монтажом последних панелей на фасадах или уличных тренажеров необходимо подготовить и массу бумаг. Некоторое время назад мы говорили о том, что должны спланировать работу по документации, обеспечивающей ввод объектов в эксплуатацию. Поэтому от генерального подрядчика хотелось все-таки окончательно услышать даты, которыми мы совместно будем руководствоваться, чтобы документы, которые позволяют объект ввести в эксплуатацию, своевременно были переданы в управление образования. В общем, именно документальной работе и был сегодня посвящен в первую очередь штаб. Что касается стройки, то она идет своим ходом. На объект уже поступает оборудование. Столы, стулья, элементы пищеблока. Продолжается и благоустройство территории. Уже зазеленели газоны, рабочие монтируют спортивный городок. А больше всего строители на блоке А, где субподрядчик заканчивает обустройство входной группы. На сегодняшний день ведутся работы по внутренней отделке помещений. Также ведутся работы по фасадам здания. Ведутся работы по кровельным покрытиям. То есть основное покрытие уже сделано, выполнено. Делаются примыкания к веншахтам и к парапетам кровельные. Также ведутся работы по главному крыльцу, по металлокаркасу главного крыльца и ограждению крыльца. Напомним, школа в Арбане станет 4-м образовательным учреждением современного типа в Абакане. С 2017 года в столице Хакасии построены и открылись лицей 31-я и 32-я школы, на очереди 33-я. А в планах строителей еще два объекта – на Нижней Согре и в 10-м жилом районе.